Привет, ребята, с вами Машины Машинки, и сегодня с вами еще и такой веселый радужный единорог. А еще Том и Энджела будут ковбоями, их ждет супер-пупер приключение. Погнали, погнали, наши Томы сейчас добегут, они выполнят самое главное, откроют нам трассу. И мы будем играть ковбоями. Помните, ребята, какая трасса была у ковбоя? Какой у них был игровой мир? Так вот, сейчас мы вам напомним. А если вам нравится единорожек, и вы еще хотите такие серии с единорожком, пожалуйста, напишите в комментариях. Хочу единорога. И я тогда буду знать, какие серии, какие видео вам снимать, ребята. Ух ты! Вот наши ковбои. Мы их уже заждались. И сейчас побежим, побежим. Анджела уже в пути. И Том тоже. Какие они красивые. А у Тома прям сразу получился этот супер-пупер игровой мир, который называется Дикий Запад. Помните? Я вот помню, когда у нас такой... был в мире, мы по нему бегали. Так вот, сегодня немножечко вернемся и вспомним, как это было. Это было в прошлом 2017 году. И это весело, потому что можно догнать его товаришку. Сегодня мы попадем с Анджелой и Томом в пещерку правосудия и будем наказывать воришку, злишку, трусишку. А еще, ребята, мы можем насмотреться миром ковбоя, потому что Анджела тоже будет попадать в пещерки, в игровые миры. Ковбойские такие веселые. А еще, ой, что это я сразу все рассказываю? Сейчас вы сами увидите. Ну, как вам единорожек? Смотрите, какие у него зубки. Весело вам такие видео смотреть, ребята? Если весело, то ставьте лайк. Вау, а у Анджелы у нас тут классный шлем в виде кактуса. Она ничего не придумала. Просто взяла кактус на улице, вычистила его и сделала из него шлем. Ну, очень-очень оригинально. Зато кактус украшает цветочек. Ребята, вы знаете, что кактусы иногда цветут? Да-да-да. Вау, Анджела попадает енота воришки в пещеру. Поздравляем тебя, Анджела. Сейчас мы набьем этого енота воришку молоточком правосудия. Отдубасим его хорошенечко. Ой, что нас ждет, что нас ждет. Ух ты, а Том летит на своем самолетике. Какой он крутой! Видно, Том его сам сделал. И сдохся, сколотил и просто мотор поставил. Но главное, что летает такой ковбойский самолет. А у Анджелы самолетик еще круче. Вы, наверное, помните. А если не помните, сейчас увидите. Анджела, бей, 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 бей. Давай, 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 давай. Мы за болеем за тебя, Анджела. Отлично, отлично, справляешься. Здорово получается. О, Том попал теперь в пещерку. Как же это классно, как же это круто бить енота воришку злишку. Вы не представляете, как я рада. Сначала Анджела, да, попадает, а потом сразу Том. Вот это нам сегодня повезло. Круто! Ух ты, Анджела опять шлем берет, а Том вот-вот догонит этого злишку. Енот воришка злишка, никуда не денешься. Том споткнулся, этот енот смеется над нами. Сейчас мы посмотрим. Смеется тот, кто смеется последним. А вот смотрите, у Анджелы какой классный шлем. И еще и самолетик попался. Я же говорила, у Анджелы еще лучше самолетик. Том, би-би-би, енота, злишку, воришку, трусишку. Выбивай, выбивай из него. Все-все-все-все, выбивай все, что сможешь. Выбивай все золото. Том вернулся, у нас ковбойский мир. Классно сделали, что сразу, да, ковбойский мир идет. Вау, а он же на пещера. Это что? Это какой-то другой мир. Ребята, давайте будем разбираться, что это за игровой мир. Я помню, такой был с пиратом Джинджером. Помните, мы недавно тоже такое видео снимали. Прикольно получилось, я думаю. Ух ты. Точно, точно, это мир,
пирата Джинджера, и Анжела в него попала. А я думала, нам тоже ковбойский мир попадется. Дикий Запад! Но нет, этот прикольный. Смотреть на Тома, как он бежит в одном таком коричневом мире, ковбойском мире, а Анжела в пиратьем мире. Ну все, пещерка закончилась, и мы бежим в обычной игровой процессе. Ну, главное это собирать золото, конечно, мы не перестаем собирать. Ну а где же все магниты? Где все магниты? Сегодня я не помню, чтоб нам дался магнит. О, Анжела опять на самолетике летит. Как же здорово, как же круто летать нам на этом самолете. Ребята, о, Том тоже взял самолет. Поздравляем Тома с самолетиком. Круто, они оба летят. Сегодня они такие молодцы, очень дружные. У них все получается вместе. Они даже бьют енота, воришку, злишку с помощью молоточка правосудия почти одновременно. Том немножечко отстал, а Анжела поспешила. Но все равно. Ой-ой-ой, Анжела врезалась. Но мы продолжаем бежать, спасая нашу Анжелу. Анжела, старайся не врезаться. Мы, конечно, тебя спасем, да. Но ты ищи лучше пещерки. Хочу, чтобы ты попала в Дикий Запад. Ребята, кому нравится Дикий Запад, вот Том сейчас бежит именно в Диком Западе. Напишите в комментариях. Дикий Запад! Я буду знать, что нужно побольше таких видео снимать. Ну, надеюсь, вам, ребята, по крайней мере, весело, потому что я очень стараюсь, придумываю вам новые сюжеты. И еще вот нарядилась единорожиком, то есть взяла такое вот анимоджи и смешу вас, веселю. Надеюсь, у меня хорошо получается, ребятки. Ну что, обратим внимание на Тома, у него шлем. И он, кстати, у него пещерок и нету, да? Пока мы не откроем другие миры, у него и не будет пещер. Ну, боковых миров, как их еще называют. Но нам их и не надо. Мне нравится очень бежать именно по Дикому Западу. В этом был большой замысел. Вау, Том на своем самолетике летит. Ну, самолетиком, наверное, это сложно назвать. Хотя, если у тебя шлем и магнит, это супер-пупер самолет. Ты просто летишь, а все золото к тебе само прилетает. Это же классно. Кстати, ребята, посмотрите внимательно на рог единорога. Ничего не замечаете? Посмотрите. Он же цвета меняет! Это ж так классно! Видите? Рог, который переливается. Вот это да! Лучше ничего не придумаешь. Радужный единорожик! Ребята, а дайте кличку этому единорогу. Как мы его будем называть? Радужный единорог? Или Радурок? Или Рожок? Как еще можно назвать единорога? Радуга! Да? Если вы что-нибудь получше придумаете, напишите в комментариях. А я оценю, и мы так и назовем этого единорожика. Вау, Анжела! Мы не заметили, как Анжела попала в боковой мир, и она тоже бежала по Дикому Западу! И Том, и Анжела, ковбой, и бегут еще и по Дикому Западу! Как же это интересно! Как это заманчиво! Как это весело! Если вам тоже, ребята, весело, пишите в комментариях. Мне весело! Потому что, я не знаю, у меня такое классное настроение. Мне сегодня что-то так хорошо, так классно, так весело. Может быть от того, что сегодня мы бежим не просто в каком-то новогоднем мире или в обычном игровом мире, а мы бежим по Дикому Западу. И у меня такое дико веселое настроение. Хочется весь этот положительный заряд передать вам, моим подписчикам. Еще, наверное, потому что я сегодня надела маску единорога, поэтому оно мне придало еще больше веселости, еще больше классного настроения. Вау, у Анжелы опять боковой мир, и это, по-моему, Джинджерами. Да, но он тоже крутой, тоже классный, смотрите, можно тут домики поразглядывать. Они как будто из какой-то деревни, да?
такая прикольная деревенька. Классно. Тут всего лишь одна улица, и мы бежим по этой главной улице за енотом воришкой. Вот это приключение! Прям какие-то пиратские приключения у нас получаются. И все, нам нужно преодолеть этот путь, но наши друзья справятся. Анжела и Тома самые-самые лучшие бегуны за золотом. Лучше них нету. Если, ребята, вы кого-нибудь знаете, лучше Тома и Анжела, напишите в комментариях, кто лучше. Но я никого не знаю. Том и Анжела, думаю, самые лучшие бегуны за золотом. Я думаю, со мной все согласятся. Кто особенно любит Том за золото, ставь лайк. Вау, Том так классно все препятствия бегает. Ну скажите, не скучно, когда один мир Дикий Запад, а другой обычный еще и с пещерками. И два ковбоя, это вообще классно. А еще приоткрою вам немножечко завесу, но мы будем миссии дня выполнять. Не скажу с кем именно, с Томом или Анжелой, но мы ее выполним. И это будет тоже супер-пупер интересно. Ребята, а еще мы будем больше таких видео снимать, поэтому вы подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить такие интересные видео. Мы спасли ковбоя Тома, он сегодня, кстати, отлично бежит, почти не врезается. А Анжела еще лучше бежит. Молодцы такие наши котята, самые-самые классные. И интересно, а почему они бегут не за мышкой, а все-таки за енотом? Я знаю, енот он воришка, а мышки они добрые. В основном они добрые, они просто хотят кушать и... Котики хотят кушать, поэтому за ними охотятся. Ну а воришка енот, он же вор. И он украл у Тома все золото с Анжелой. Ну прикольно придумали, мне нравится, да-да-да. Я только хочу побегать енотом воришкой. Хочу догонять, нет, хочу убегать от Тома в роли енота воришки. Вот бы нам так сделали, будет классно, представляешь? Я енот-воришка, убегаю от Тома. Прям какая-то погоня получается. Ну, было бы здорово, очень-очень здорово. Будем просить разработчиков, может они нас услышат и так и сделают. Ребята, от Анжелы магнит, и она опять к Джинджеру в гости в пиратский мир залетела, забежала. Да, скорее всего забежала, летает она только... По основному миру, кстати, ребята, в боковых мирах не встречаются самолетики, заметили? Вот я заметила, там только бывает шлем, золото, конечно, еще больше, чем в обычном мире. О-о-о, видели, Анжела подскользнулась на банане, но у нее был шлем. Вот что значит, когда занимаетесь спортом, одевать шлем. Вау, посмотрите на Тома, он строит свой дом, такой красный, помните в трейлере? Какой он шикарный, красивый был. Сейчас вот такой вот он именно и превратится. Мы все достроим, все построим. Ой, енот там ходит, таскает все. Том, давай лови, лови его. Вау, Анжела тоже решила достроить дом Тома, потому что она часто ходит к нему в гости. Они сейчас вместе быстро достроят. Смотрите, какая красота получается. Мне нравится, это просто супер. У нас самые классные домики. Анжела решила, по-моему, все сразу достроить. У нас хватает золота. А вот с Томом мы еще слитки пособираем и обязательно все достроим. Где енот-воришка у Анжелы? Кто-нибудь его видит? Где он? Он где-то прячется. Точно, где-то спрятался. Вон он, я видела, он прошмыгнул там за домом. Анжела, ну как же ты его не видишь? Жаль, что Анжела его не видит, так бы вон над домом был, на крыше, залез туда, представляете, залез на крышу. Ой, енот, воришка, злишка. Вау, Анжела достроила все, и теперь мы можем бежать, помогать Тому собирать сливки, и ему потом домик отстроим. Такая музыка классная. Так радуюсь, когда играет классная музыка.
Вообще самая лучшая игра это там за золото. А еще мне нравится бассейн говорящего Тома. Вы, наверное, все в него играли. Там тоже говорящий Том и Анджела и их друзья. Все. Там можно строить бассейны. Да, как вот дом Тома строили, так же бассейны там строятся. Можно выбирать, они бывают разные, такие классные, такие суперские. И еще там можно проходить уровни, чтобы получать ключики. Ну, в общем, ребята, если вы еще не видели, мы почти достроили Драконью гору. Обязательно посмотрите на канале Машины Машинки самые классные видео про бассейн говорящего Тома. Анджела, я хочу, чтобы Анджела и Том шлемы одели. Вот у Анджелы есть шлем, а Том будет летать на самолетике с магнитом. Представляете? На самолетике еще и магнит у него. Как же классно, как же круто, Тому! Здоровски так! Молодец, Том! Все, золото соберешь. Все, что енот-воришка-злишка тут нам поставлял. Да? А Анджела... Анджела попала. Мы открыли еще один боковой мир. Это мир самой Анджелы. И теперь она в нем бежит. А что, даже прикольно. Будем бежать теперь по нескольким мирам. Ух ты, сколько золота впереди. Целая стенка золота. Хорошо, у Анджелы магнит. И она его собрала. Ага, я же говорила про миссию дня, ребята. Так вот, Анджела сегодня собирает подковы. И теперь Анджела и Том оба в шлемах. А, нет, Анджела его пропустила. Ну, ничего себе. Но зато у нас боковой мир. И это мир пирата Джинджера. Классно, Анджела. В пиратском мире, а Том в диком западе. Опять бежит. Енот в мире у Анджелы. Ну ничего, сейчас еще немножечко, и мы его обгоним. И может быть еще раз в пещерку попадем. Ну, это конечно навряд ли, потому что уже и Том, и Анджела были сегодня в пещерке. Давайте Томом достроим домик. На золото пока хватает. Строим ему бассейн. Самый шикарный бассейн будет у нашего Тома. Ну что, Том, мы сменили его на простого Тома, потому что так тоже прикольно. Хочу, чтобы простой Том побегал по дикому западу. Бегом. Анджел и магнит. Все золото само к нам прилетит. Главное на бананы не наступать. Они такие противные. Иногда наступишь на банан, и все в порядке с тобой. Но иногда случается так, что наступишь на банан, и все. Приходится спасать. Енот-воришка, как всегда, от нас убежал. Ну, думаю, мы его еще встретим. Еще попадемся на контрольные точки. А он там стоит, отдыхает. А мы его как догоним? И как молоточки правосудия отдубасим. Вау, Анджела миссию выполнила. Да, поздравьте Анджелу, она собрала все подковы. Классно, да? Это Дикий Запад и собираем подковы. Ну, я думаю, здорово. Том, мы тебя спасаем, а ты, пожалуйста, больше не врезайся. Скорость-то еще небольшая, давай. Том, какой бык, я думала, он сейчас просто нападет на Тома. Но хорошо, что он стоит и не идет нам на трассу. А то еще больше препятствий, это вообще. О, нет. Нам и столько хватает препятствий. Хотя, если бы еще быки бежали навстречу, или как пальмы падают, так же быки бы выходили, было бы тоже прикольно. Но быки только в Диком Западе. Интересно, ребята, а какой будет следующий персонаж? Дикий Запад был, может быть, какой-нибудь ниндзя будет? Том, ниндзя, хотите такого? Или Том-утенок, я хочу, чтобы появился Том-утенок. Или Том-подарок. Мы все обожаем Тома-подарка. Вот бы было здорово, ребята. Пишите в комментариях, какого хотите нового персонажа. Новый костюмчик в игре Том за золотом. Посмотрим.
А может быть хотите Тома единорога? Том костюмчик единорога, вот бы весело было. Я думаю, прикольная идея. Ну что, понравилось видео? Ставьте лайк и пишите, если хотите еще серии с единорогом. Обязательно снимем для вас.